Роман Курцин еще достаточно молод, но уже успел преуспеть в разных сферах деятельности. Он выходит на сцену театра, снимается в кино, серьезно занимается фехтованием, кикбоксингом, конным спортом, настольным теннисом и акробатикой. А еще он отлично поет и танцует. И это еще не все занятия, которые наполняют его жизнь новыми красками и эмоциями. Все, что он делает, делает на совести очень основательно, потому что молодой человек всегда стремится достичь совершенства. Настоящая популярность и любовь зрителей пришли к актеру Роману Курцину одновременно с выходом на экраны многосерийных проектов «Меч» и «Корабль». Но сегодня более детально хотелось поговорить про его личную жизнь. Бурных романов с выяснением отношений и скандалов в личной жизни Романа Курцина не было. Со своей женой Анной Назаровой он познакомился во время учебы в театральном вузе в Ярославле. Они были однокурсниками, но долго не решали сделать шаг навстречу друг другу. Когда они начали общаться, то выяснилось, что оба не свободны. Вскоре Роман расстался со своей девушкой, а Аня бросила своего бойфренда. Роман был иногородним и жилья у него не было. Она сказала, что он может пожить у нее. Очень скоро их отношения вышли за рамки дружеских, и они поняли, что это судьба. Влюбленные поженились через 3 года, а именно в 2012 году, и в семье родился мальчик. Они оба делают успешную актерскую карьеру, часто бывают на съемках и гастролях. Актер говорит, что семья у него в Ярославле, а в столице исключительно работа. Актер продолжает плодотворно трудиться и каждый год выходит несколько картин с его участием.